Выплаты врачам, которые приехали на работу за последние два года в сельскую местность, произведены в полном объеме. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Отметим, что медработникам, которые работают на селе по программе «Земский доктор», полагается единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей. В прошлом году таких квот было выделено 70 федеральным фондом ОМС. Вот поэтому, а заявки подали 112 врачей. Поэтому, соответственно, 41 врач пошли по дополнительной заявке. Мы ее направили в федеральный фонд ОМС, но, к сожалению, она не была удовлетворена. Но так как закон предполагает, что те, кто в 2016 году приехал поработать, они могут и в 2017 получить, мы их, соответственно, подали заявку на этот год в федеральный фонд ОМС. И она была удовлетворена, и они соответствующее финансирование получили.